25-летняя Анастасия Костенко резко высказалась о недоброжелателях. Модель придумала для хейтеров особое название. Супруга Дмитрия Тарасова уверена, что в социальных сетях возник феномен. Люди подписываются на популярные аккаунты, которые их раздражают. По словам молодой мамы, такие критики целыми днями злорадствуют в адрес своих кумиров, хотя было бы проще отписаться от того, кто их раздражает. Анастасия озвучила личную теорию на этот счет. Модель придумала для этого явления свой термин – социальный мазохизм. Костенко уверена, что цель критических комментариев таких людей только одна – выплеснуть свое недовольство. В качестве наглядного примера она представила успешную семью своей подруги. Например, зайду к подруге на страницу, и вот все в ней прекрасно, замечательная семья, текст, содержимое поста и в чем подвох. В комментариях. Как же трясет несчастных женщин, да-да все выдает почерк женщины, даже нулевой аккаунт, записанный на мужское имя. Какая ты страшная, лишь бы похвастаться. Он тебя бросит, как делить квартиру будете и т. Д. И все авторы этих шедевров подписаны на эту семью, удивилась Анастасия. Модель сообщила, что за этими негативными постами критики скрывают собственные страхи и неудовлетворенность. Червячки выбирают лучшие плоды. Допустим, семья моей подруги является для них примером. Втайне они также мечтают добиться вместе со своим мужчиной взаимопонимания, высот и любви. Высказалась вторая вице-мисс России 2014. Анастасия добавила, что звезды со временем привыкают к критике и перестают на нее реагировать. Супруга Дмитрия Тарасова призвала фолловеров быть добрее друг к другу и не тратить силы на выплеск негативной энергии в социальных сетях. Недавно Анастасия призналась, что во второй раз опять планирует рожать в присутствии мужа. Звездная мама умилила фанатов забавным видео с дочерью, которая выучила новую фразу. Поклонники обратили внимание, что футболист дарит Костенко те же подарки, которыми раньше радовал Бузову.